Итак, привет! Сегодня мы будем распаковывать посылочку, которую я получила из Old Navy. Я заказала ее онлайн. Разные сельдики, и сельдики там были. Сейчас, в общем, будем раскрывать. Тут три бренда как бы идет. Gap, Old Navy и Banana Republic. Это как бы одна фирма, по большому счету, кто не знал. Вот, просто немножечко разные направления. Так, посмотрим, что я здесь поназаказывала. Значит, пришло вот в таком просто пакетике, да, вот я его раскрыла. И сейчас давайте мы вот эту внутренность вытрясем. Вот, внутренность, во внутренности здесь вещей на... Так, я уже вижу, что половины вещей нету. Здесь должно быть еще три вещи. Сейчас разберемся по накладной. Ага, вот здесь написано, что additional items shipped separately. То есть есть еще айтемы отдельно прислали. Сейчас только три вещи. Такая вот кофточка с длинным рукавом для Идоши я брала. Такая вот более теплая тоже для Идошечки с длинным рукавчиком. И это для Кости такая, она спортивная. Ну, знаете, такая, которая типа Active. Спортивные такие, футболка. Это футболка. Это у них было все на сейле. И еще там были, в общем, одни вещи для племянника Костиного. В общем, они придут, наверное, несколькими днями позже. Уже все объединю вместе и покажу как одно видео. А одеждочку потом, может быть, если у ребят будет настроение, желание, примеряют. Итак, сегодня у нас пришла спустя буквально 3 дня, получается, где-то 2 дня посылка. 2 дня. А та первая еще? Спустя 2 дня после той пришла эта. А ты тут тоже снимала? Да. Так что сейчас будем раскрывать и смотреть дальше, что мы получили в посылке из Old Navy. Напоминаю, Banana Republic и Gap. И Old Navy — это все одна фирма. Итак, мы раскрываем посылочку. Так, а там ничего нет. Вот. Так, и у нас идет опять еще одна, потому что я пробовала выслать это как подарок. И пришла еще одна. То есть две открыточки, двойной экземпляр. Вижу, написано то же самое. Так. И вот, кстати, да, тот, кто делает это как подарок, то он должен знать, что цена не будет написана, будут написаны просто цифры, которые не имеют никакого значения. Вот здесь перечислено все, что... в общем-то, прислали распечатка всех этих. А это вот сразу идет такая наклеечка. Если нам что-то не подходит и мы хотим вернуть товар, то мы можем вот эту наклейку наклеить на коробку и бесплатно абсолютно обратно отправить им этот товар. И вот, и так, такие шлепочки. Такие шлепочки тут шутят. Мама с Костей сидят. Значит, такие вот вьетнамочки. Это Костиному племяннику мы отправим. Вырывается. Так, вот это вот для Габушечки штаники. Ой, такие ритузики. Сейчас посмотрим их. Это ритузики Габочкины. Такие штанишечки. Вот, они даже ей будут еще... Вот на 4 годика, ну такая, это на крупный такой вот... На крупного ребенка. И оно будет потом как 3/4. Вот здесь такой манжетик внизу. Прикольно. Вот такая вот маечка. Так, это ритузики для меня. Сейчас раскроем, посмотрим. Эти ритузики, а такие леггинсы. Леггинсы. Тайцы. Такие вот. Но они, как получается, 3/4. Очень классные. Тоже Active. Вот это их значок Active. Спортивные. Очень прикольные. 8 долларов. Так, вот еще одна футболочка у нас такая. Раскроем, посмотрим. Вот такая футболочка красивая. Таким красивым баскетбольным мячом. Учись, учись. Вот еще одна у нас футболочка для Габушечки с Киси. Она у нас любит все, что с киськами. Сейчас раскроем, посмотрим. Вот еще какая кися красивая для Габи. Очень красивая. У меня есть для тебя подарок? Да! Да! Сейчас мы посмотрим. Знаешь, ты любишь подарочки? Ой, Китя, ты любишь, да, вот так вот. Посылочка пришла какая-то, Габуси. Какая?
смотри. Кусечка тебе на 4. Это мамочка сейчас уберет. Мама уберет. Давай. Сначала просто с этим. Ой, как красиво. Посмотри, вон там видно, какая ты. Вот, в камере. Какая девочка. Какая девочка, Габи, красивая. Вау. Вот ты такая красавица. С наклейкой. Ой. Пьедестал должен быть чистым. Габи, поможи ручкой. Привет. Ой, какая красивая кися. Еще, ребята, пользуясь такой уникальной возможностью, хочу пригласить вас получить дополнительные скидки. Если вы любите покупать онлайн и делаете онлайн-шоппинг, я думаю, что это будет касаться в основном моих канадских подписчиков. Есть очень замечательное место, которое для себя недавно обнаружила. Называется ebets.ca. И система работает очень просто. Вы заходите на сайт, делаете покупки в тех магазинах, в которых вы любите, ну, на самом деле, те, с которыми они сотрудничают. Среди популярнейших это eBay, и Sephora, и Old Navy, и Banana Republic, и, в общем, очень-очень много всего. Я оставлю ссылочку свою, реферал, ссылочку в описании к этому видео. Вы можете через нее заходить, посмотреть. Если вы находите магазин, в котором вы обычно берете вещи онлайн, то у вас есть возможность получить кэшбэк. Все эти скидки постоянно варьируются, они меняются. И вот тот же Old Navy, в котором я покупаю, например, сегодня был 6% скидки. То есть вы и так покупаете, у вас есть скидки на скидки, там всегда можно купить. Эти скидки работают даже при клиренсе, если вы делаете покупку. А еще есть дополнительные 6% скидки, которые вы получаете как кэшбэк от сайта. Так что ссылочка будет внизу, подключайтесь. Все, это было все на сегодня. Что еще? Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока.